Дорогие мои, всем привечный привет! С вами Оля Круглова, вы на моем канале, координатор Эйвен, и тема пойдет у нас именно сегодня, опять же, про Эйвен. Я для вас приготовила видео о том, как ко мне и к моим представителям приходят коробки, рваные ли они, мятые ли они, пролитые ли там что-то. Это с вами мы все посмотрим. Вскрывала при вас, как и просили некоторые подписчики. Вот дело в том, что у меня было не так давно снято видео, где я рассказывала о хранении коробок. В общем, я его прикреплю обязательно к этому видео. Кому, кто не смотрел, можете посмотреть. Вот, и оно вызвало прям бурю таких, знаете, эмоций, комментариев. Кто-то меня поддерживал, кто-то со мной вообще наотрез полностью не соглашался. Я никого не обвиняла, я никого не хотела, как сказать-то, обидеть, что ли. Во-первых, коробки эти не я собираю, ребят. Да, я защищала свою компанию, но я ее не просто так защищала, доставку именно, да. Мне никогда не приходили мятые коробки, разорванные коробки. Мне никогда не приходило в коробках что-то разлитое. Ну, не приходило, хотя в компании я уже около 9 лет. Может, мне повезло, как некоторые писали, да, я не знаю, может быть, и действительно мне везет, хотя 9 лет мне везет, я делаю каждые 3 недели по одному, не по одному заказу, я каждую неделю делаю заказы, девчонки. Вот, хочу сказать, что, возможно, это зависит от склада, что ли, не знаю. Мое мнение, что это все-таки зависит от, да, как, наверное, от складов много зависит. Очень многие жаловались именно, знаете, откуда? С южных, с ростовского склада. Вот прям, ну, столько много жалоб, девчонки. Это, наверное, у вас там, боюсь даже назвать это слово, ладно. Вот, значит, что бы и кто мне ни говорил, но доставка и хранение – это очень важная тема. Знаете, кто работает на таких предприятиях, где упаковка важна? Это фармпредприятия, да, какие-то даже, ну и многие, в принципе, другие. Они это знают. Про эти стрелочки мне все мозги прокомпостировали. Девчонки, это важно, чтобы стрелки были вверх. На упаковках, на коробках. Это важно. Это очень важно. Загуглите, почитайте. Потому что если ваша коробка будет в перевернутом виде лежать на складе, если эта коробка будет в перевернутом виде доставляться там поездом, да, или машиной по всем этим колдобинам, укладывают упаковщики так, чтобы крышки были сверху. Если она едет и трясется вниз башкой, блин, да она может и открутиться. И потом, как она хранится на той же почте, да? Ну, в общем, все, ребят, я не хочу ничего объяснять, ничего доказывать. Мне кажется, умный, адекватный человек это все прекрасно понимает. Да, погрешности есть в нашей компании, их много. Но, с другой стороны, мне кто-то там приводил в пример, вот Faberlic, Oriflame, там такого нету. Да есть там такое, ребят, есть. И видео такие есть. И еще такой момент, что не надо сравнивать продажи Эйвен, представителей сколько в Эйвен, сколько заказов, какие продажи, и продажи того же Faberlic или Oriflame. Это несравнимые вещи, ребят, это несравнимые вещи. Все. Я постаралась для вас заснять все максимально, ну, просто, вскрывала прям при вас. Это было неудобно, поскольку это я все делала в офисе. Одной рукой снимала, другой рукой вскрывала. По-моему, я начала с 17-й компании и дошла до 3-й компании, поскольку очень ждала вот много, большой объем коробок, и больших, и маленьких. Так что смотрите. Итак, мои друзья, в наш центр прибыли коробки, и, как я обещала, буду снимать вскрытие коробок и посмотрим, как их упаковывают. Здесь три моих коробочки и две коробки представителя моего. Она сидит и ждет. Будем вместе все вскрывать вам и показывать. Сегодня у нас
22 января, даже не знаю, сказала или нет. Тема получилась у нас очень-очень горячая. Я это делаю все одной рукой. Не очень удобно, но тем не менее, чтобы уж, извините, все это было невозможно. Лен, надо было мне тебя попросить, слушай, помочь. Ладно. Итак, первую коробочку мы вскрыли. Смотрим, что здесь. Разделитель есть. Мягкая вот эта штука воздушная есть. Щетка в другом отделении. Как вы видите, все аккуратно уложено. Я вскрыла коробку при вас. Ничего аккуратно сама не складывала. Вот так пришла одна коробка. Следующая. Вот почему в тот раз, девчонки, я снимала вскрытые коробки, уже открыла, а потом снимаю. Потому что это очень удобно. У меня, к сожалению, пока нету вот стационарного такого. Ну, не сделать стационарные съемки здесь. Дом-то есть, а в офисе нету. Ладно, следующая коробка. Маленькая. Сверху каталог. Ну, здесь, конечно, мало всего, как вы видите, без всяких разделителей. Но маленькие коробки, они все у нас идут без каких-либо разделителей. Здесь только две помады и два парфюма Today. Поэтому все так. Ну, опять же, товар не тяжелый, поэтому здесь все вы видите сами. Ничего не помято, все хорошо. Третья коробочка. Текс. Леночка сидит так тихонько, улыбается. Стесняется, девочка. Хотела сказать, расскажи, как тебе приходят коробки. Не-не-не-не. Далее. Здесь, как вы видите, уже сразу бумажка. И вот так вот все красиво накидано. Да, в маленьких коробках так накидано. Но, ребята, все нормально. Нигде ничего не помято. Ну, вероятно, потому что нету никаких здесь гелей для душа и всего прочего. А вы знаете, на следующей неделе мне придет заказ, где будет очень много-много гелей и там спреев для тела. В общем, вот такая тяжелая продукция. Мы с вами тоже обязательно вскроем. Лен, открывай твои. Посмотрим, что у тебя здесь. Ой, это уже открыто было. Ленка, хоть бы мне вот эти помогла открыть. Лекс, ладно, сиди уже. Скачи. Девочки, открываем. Коробка большая, здесь все то же самое, да. Мы с тобой, ну, мы с ней вместе заказали себе вот по этой щетке, поэтому так. Разделитель, вот это вот воздушный тоже есть. В этой коробочке у нас, как вы видите, парфюмерия, карандаш, наверное, да, Лен, что там у тебя? Вот в этом отделе. Что у тебя там? Шампунь, крем для рук и щетка. Текс. И последнюю коробочку Лены посмотрим. Давайте перенесем вот сюда. Так. Ну, девчата сами просили, чтобы все было. Даже монтировать ничего не буду. Открываем счет фактуры. Сверху пару каталогов. И вот так вот все положено. Все нормально. Ничего не понятно. Не разбито, не разлито. Вот. Пока так. Пока все отлично, как вы видите. В
будем ждать следующей поставки. Опять же, я вам все поснимаю и с удовольствием покажу. Так, ну, ясно, понятно, да, что решили мне открыть и все показать вам, как что уложено. Значит, смотрите, 5 каталогов сверху. Дальше большая коробка разделена на 2 секции. Ну, вам все видно, да, как положено. Вот, пожалуйста, мятые эти этикеточки, да, наклейки. Но, тем не менее, ничего такого прям критичного я не вижу. Все нормально. Хочу отметить, ничего не разбито, опять же, не помято. Все выглядит очень даже хорошо. Вот. А в следующем отделе еще Дэй. И такие вот уже более легкие вещи. Лаки. Так. А следующая коробочка. Сейчас будем вскрывать. Берем ножницы. Опять делаем одной рукой. Документы. И здесь очень много спреев и гелей для душа. Даже вот эта средняя коробка разделена на 2 части. Да? Вы видите разделитель, потому что парфюм. Так, люмината. Там вот еще один парфюм. Здесь положено 2 спрейчика. И еще парфюм. Сверху спрей. А там, по-моему, все для душа. Ну, вот так вот все. Ну, ребят, опять ничего не понятно, ничего не побито, ничего не разлито. Следующая коробка. Это уже мои. Что-то горло у меня першит. Текс. Ой, ребята. Ну, извините, но без монтажа. Документы, пробники, каталоги сверху лежат, да? 2 набора спида. Ну, все хорошо. Там тоже информация и много пробников. Вот новая водичка. Есть уже полноразмерная у нас версия. Так, ну еще одна коробка, ребят. Но здесь просто одни каталоги. Маленько нам не хватало, и я их подзаказала. Все, всем я. Господи, что-то умничалась я с этой коробкой. И там, наверное, ничего интересного для вас. Все, открыла. Ну да, здесь каталоги. Вот такие брошюры для рекрутинга. А если вы хотите зарегистрироваться у нас в компании, пожалуйста, проходите, ссылка под этим видео будет. А в подарок по этому каталогу у нас идет парфюм на ваш выбор. Регистрация у нас бесплатная, скидки у нас от 30% до 50%. Будете во всем участвовать, пишите, задавайте вопросы. Все помогу, на все отвечу, будете в моей команде. Всем пока-пока, отличного настроения, замечательного дня. Привет, мои дорогие. Получила посылки по третьему каталогу, у меня их здесь очень-очень много. Как и обещала, вскрываю при вас. Давайте смотреть. Вот одна огромная посылка. Есть маленькие, средние, в общем, разные. Вскрываем. Мы с вами смотрим на что? На наличие разных повреждений.
пролитых флаконов, мятых, правильно? И это я вам уже снимаю не первое свое вскрытие коробок. Но обещала, потому что здесь, видите, масла нового бренда Encanto. Много всего. Давайте смотреть. Да, вы правы, все накидано. Никаких распределителей. Но что же мы видим? В общем-то, все нормально. Не вижу ничего абсолютно разбитого, помятого. Вот. Очень всего много у меня здесь. И подарки, и новинки. Все это будет в обзоре. Все в порядке, ребят. Видимо, все-таки как везут. Это тоже важно. Следующая коробка тоже большая достаточно. Не знаю, есть ли смысл мне вскрывать вам все. Потому что это мне крайне неудобно делать. Одной рукой снимаю, а другой рукой открываю. Но, тем не менее, мне хочется вам, конечно, показать, поскольку споры горячие у нас с вами разгорелись, да? Это моя мамочка. Вот здесь тут спит. Еще там. Вот даже крем, смотрите, лежал внизу. Такая легкая упаковка, коробка. И, тем не менее, даже ничего не помято. Все в порядке. Тонет. Вот, поэтому я вас не обманывала, когда говорила, что я работаю в компании много-много лет. Никогда мне не приходило ничего разлито, испорчено. Помято, да, помято приходило, бывало. Ну, в основном это бумаги. Если бумаги плохо бросили, то да. Так. А, ну это мои, наверное, координаторские коробки. В общем-то, да, зря я открыла здесь. Ничего интересного. Так, ладно, давайте еще одну коробочку откроем. Это все мои коробки. Здесь заказы. 8 марта, сами понимаете. Ой, неудобно. Так. Пожалуйста. Много Encanto. Это что такое? А, это, наверное, какие-то браслетики, бижутерия, гели для душа. Вот смотрите, под гелем для душа мягкие упаковки, персив и карандаш. Но все в порядке, понимаете? А если честно, было очень много нехороших отзывов о доставке, что все помятое, пролитое. Блин, не знаю. Сложно судить, когда тебе приходит все в очень хорошем виде. Так, ребят, это там, наверное, тоже каталоги, потому что это личная моя коробка. Ну, уж начала вскрывать. Господи, совсем что-то не открыть. Сил нет. Очень долго ждали сегодня доставку. О, а здесь я вижу даже воздушные такие подушечки. Вот такие. Вот везде бы ложили такие, было бы круто. Так. Здесь даже разделитель. Там куча пробных. Ксерисы. Вот. Здесь вот как-то так. Все, ребят, реально устала. Дальше не буду вам это все показывать и вскрывать. Вы сами видите, уже не первую компанию я вам открываю и показываю, как приходят коробки. Так коробки у нас приходят на центр Avon. Но я вам хочу сказать, я долгое время получала на почте, лет 5, наверное. И коробки мне приходили всегда в нормальном виде. Так что вот так. Все, как есть, так есть. А вы пишите в комментариях, как вы получаете посылочки от нашей любимой компании.